Да. Тут стрёмно, мы уже 5 часов на площадке. Вот мы это пускаем. Я даже не просто, я на пяти гавриков увидел, не ошибаюсь. А я пенсион тут погал сказать. Я вот паспорт, вот сюда, вот четвертый у меня. Меня еще хотели задерживать. А, я вот сюда пустите в туалет. Ну, у нас выбило. То есть, кроме поэтому я и не слышала. Я-то парадная, они тут пили чай. Ночной смены, они пропустили, и они вот там сидят. Я говорю, мы пили чай, и вдруг три хлопка было. Ну, это было... Ну, кто-то снял, кто-то сдал. Твои, наверное. А какой этаж был? Восьмой или десятый? Десятый. Десятый, да. Ну, с той стороны окна побиты. С той стороны. А, с той стороны? Да, с той стороны. Громкие, два больших взрыва, да. Такое ощущение, что что-то лязгнуло железное. Выстрелов я не слышала. Я слышала только два взрыва. Очень громких. А видели, выводили кого-то из дома? Нет, не видела. Носилках вынесли. Кого-то. Ну, как бы с детьми не пускали и вообще никого не пускали. И сразу оцепили. А сейчас пускают? Я не знаю. Мы ушли подальше от места. Второй этаж.